Доброго всем времени суток! Вы на канале Мигранточка, и с вами я, Василиса. Одно из активити, которые есть на Бермудах, это джетски. То есть можно на таком водном мотоцикле покататься. Вот завтра мы, наверное, туда и пойдем, смотрите. $160, если вдвоем на одном мотоцикле. Сколько там, 75 минут? 75 минут. Ну, это нормально, 75. За это время уже очумеешь, наверное, кататься-то. Так что завтра мы обязательно это сделаем. Стоит один корабль, наш за ним стоит. Такая есть активная жизнь наблюдается. Все, отправляют всех уже в плавание. Инструктаж проведен. И они вот бабушки забуксовали. А так, в принципе, все реально вон туда уехали. Инструктор сопровождает, так что все нормально. Ой, они сейчас въезжают, пищать бабушки будут. Зачем сели за это? Не туда куда-то. Им надо идти в кабак пить пиво. Они решили на джетски уехать. Ой, ну все, застакались. Ну, поехали. Слава богу, забрались. Это знаменитый цветок алоха. Бермудский цветок. Вообще-то он карибский, не только на Бермудах. Ой, какая интересная пальма. Как будто пластмассовая. Прям чувствуешь пластмасску. Но это настоящая. Пробуем бермудское пиво. Bermuda Triangle. И вот это английский портер. Ну, неплохое пиво, неплохое. Да. Главный виновник торжества. Здесь петух. Он всем заправляет, все тут курочки, он всех имеет, вероятно. А это вообще так, между прочим, Бермуда и кабак в порту, где наш корабль остановился, пришвартовался. Называется Frog and Onion. Кто, кстати, будет на Бермудах? Лягушка и лук. Лук под лягушкой, лягушка под луком, неизвестно. Но кто будет здесь, обязательно заскочите. У нас здесь какой-то воробьиный шабаш, смотрите. Прямо они около меня. Я их ничем не кормлю. Но зачем-то они все сюда прискакали. Ребят, у меня для вас ничего нет. Почему вы решили, что я вас буду чем-то кормить? Я сама сижу, ничего не ем. Они что-то ждут и смотрят, и ждут, ребятишки. Вот там где-то что-то уже еда какая-то прошла, прострелила. Пока народ отдыхает, крю, став, кто ответственен за любые работы, выполняет эту работу. Сегодня я проснулась в 3 ночи, они эту крышу доделали. Сейчас вот опять что-то делают. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И вода, ребята, голубая. Бирюза. Смотрите, какая бирюза. Ой, так выглядит, наверное, рай. Это уж парадайз. Едем на маленьком трамвайчике. Едем по порту, чтобы не идти пешком. Едем потихоньку, потихоньку, потихоньку. 4 остановки всего. Вот. Thank you.
пальма и петух. Очень необычное сочетание. Это называется бермудские петухи. Красавец какой, да? Вот там его женщина рядом. Какая же красивая природа на Бермудах, мама мия. Ну что, тепло и влажно, что нет? И дожди периодически идут. Местный гифт-шоп. На Бермуде таких много. Думаю, что бы нам прикупить, хотим мы чего или нет. Здесь и одежда, и брелочки всякие, все что угодно. My name is Nadanja. Nadanja. I don't have no ganja, so don't ask me. This is a rum cruise. I can tell you everything about rum. All right? By the time we finish this cruise, you're going to be rum experts. You're either going to know everything, forget everything I say, but the most important thing, I want you guys to just relax and have some fun, okay? We're going to have you taste a few rums. Please taste everything. Don't say, oh, I don't want that. No, taste everything. That is what this is about tonight. The CEO right now is Nancy Gosling, and she is in charge of Gosling's Limited. Then we have Malcolm Gosling, who is in charge of Gosling's Exports. So I came around and I asked you guys, where are you from? Anything, creamy. Yeah. That's your favorite, right? We're not talking about that, it's all wrong. Gosling's a good ass. Stay on track. Today the darker rums, there's a rum that we're gonna get to at the end, which is my favorite rum. I have to really like you in order for you to get some if you come to my house. You know how everybody has wine or whatever at your house, or you know, you give it to your friends and family? No, I have to really like you to get some of this rum. I'm actually
возвращаемся на корабль. Нас встречают хлебом с солью. Все, отплываем.